Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Давайте мы с вами немножко для начала познакомимся. Меня зовут Наталья Шиллер. Будут у нас здесь гости, которые попадут в этот чат. И чтобы вы знали вообще, куда вы попали, зачем вы сюда попали, да, с кем вам предстоит работать, чтобы принять решение или не принять решение, или предложение, конечно же, нужно именно знакомиться, да, вот мы с вами и будем знакомиться. Если вы попали в этот чат по приглашению моему личному или по приглашению какого-то другого человека, то знайте, что это будет партнер моей команды. Все партнеры, которые работают со мной в моей команде, это обученные, грамотные люди. Это люди, которые могут вас научить точно так же взять за руку и провести по пути бизнеса, как когда-то сделала я с этими людьми. Да? То есть я их научила, обучила, дала им свои знания, дала им свою энергию, и они точно так же сейчас двигаются по просторам интернета и обучают людей. Немножко расскажу о себе. Кто я такая? Живу я в Кемеровской области, город Полысаево, это Кузбасс. Работала я более 20 лет в образовании, вообще учитель музыки по образованию я. С сетевым бизнесом познакомилась еще с 2009 года. Это была классическая компания, которая на сегодняшний день, к сожалению, ушла с нашего рынка, очень жаль. Компания Amway. Вот. За вот этот промежуток времени мне удалось поработать и в классическом маркетинге, и в бинарных маркетингах, и в матричных маркетингах. И есть уже определенное видение, я могу и умею просчитывать эти маркетинги, да, где плюсы, где минусы, преимущества, недостатки. То есть вот это все можно, в принципе, разложить по полочкам. В своей последней компании я работала 2,5 года. И именно эта компания мне предоставила такую возможность уволиться с работы, потому что я вышла там на хороший доход, и на сегодняшний день я работаю только в интернете, строю команду, обучаю людей. Ну, в принципе, я, знаете, как учитель состоялась, да, потому что продолжаю обучать людей уже как грамотно и правильно вести бизнес в сети интернет. В интернете я начинала заниматься еще с 2015 года. Вы знаете, хотела вообще уйти с сетевого, хотела заниматься вот всем, чем угодно, лишь бы это был не сетевой. Поэтому я прошла буксы, я занималась партнерскими программами, я занималась сайтостроением, делала сайты, трейдингом, роботизированной торговлей, форекс, спортивный арбитраж, арбитраж трафика. То есть вот эти все, все, что можно было, я прошла. Но я пришла к выводу, что все-таки стабильнее и прибыльнее и доходнее бизнеса, чем сетевой, на сегодняшний день в интернете, ну, пока, к сожалению, не существует. Есть отдельные личности, которые где-то там зарабатывают, да, но это, конечно, нужно стать вот профессионалом в каком-то определенном, в какой-то определенной деятельности, да. Вот я, наверное, все-таки профессионал в сетевом бизнесе, поэтому у меня здесь получается, мне здесь нравится, я людей обучаю и доходчиво объясняю. У меня есть своя система, бесплатная система по привлечению трафика в ВК и обработке его. Очень такая хорошая система. Я ее создала недавно совсем, оформила в курс. И она доступна моим партнерам абсолютно бесплатно. Есть система работы по WhatsApp, есть система работы по Telegram, как создавать канал на YouTube, как заливать видео на видеохостинг в ВК, чтобы они продвигались, да, оптимизация и так далее. То есть вот эти все инструменты, это я все даю, объясняю, как создаются чат-боты. Этому всему я обучаю своих партнеров. Поэтому если вы попали в нашу команду, будьте уверены, что эти все знания вы обязательно получите. Ну а теперь давайте поговорим немножко вообще о том, а что такое матрица, да, потому что я столкнулась с тем, что многие люди, которые заходят в наш чат или кого-то добавляют, да, или кто-то сам заходит, они пытаются впервые рассмотреть вообще матричные маркетинги. И как я вам уже сказала, я работала и в классике, и в бинаре, и у меня сложилось четкое представление. Вот знаете, как говорят в классике, мы работаем командой. Ну да, вы работаете командой. Но почему-то с параллельщиками общаться нельзя.
Да, давайте посмотрим, как мы можем изобразить графически классическую компанию. Человек встает в систему, покупает какой-то продукт, да? Ему говорят, ты приглашай к себе людей, делись информацией, и, возможно, у тебя будут тоже покупать продукт. Но не у тебя, а у компании, да? А ты как будешь как проводник. И ты делишься информацией, подключаешь к себе людей, которые точно так же покупают этот продукт. И такой маркетинг еще в простонародье называется солнышко, да, потому что вот это все люди, они экономически выгодны одному, вот этому человеку. Они ему экономически выгодны. Если вот этот человек начинает точно так же делиться информацией и приглашает людей, то вот эти люди все, они также экономически выгодны вот этому первому. Но друг другу они параллельщики, и им невыгодно работать вместе. И такая ситуация будет всегда. Поэтому, как бы ни говорили, что там строится команда, но по факту все равно человек сам строит свое направление. Да, у него есть спонсорский ряд, ему вроде бы как будто бы помогают, но по факту человек остается один. Дальше, что такое бинар? Бинар – это две ноги, да? Вот первый человек встал, у него две ноги, одна и вторая. И он точно так же своих людей, которых бы он, допустим, поставил солнышком второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и так далее. Сюда он может их разместить друг по другом, как бы создавая команды. Да, допустим, сюда он поставит второго, сюда поставит третьего, поставит сюда, допустим, шестого своего человека, а сюда поставит четвертого, пятого, там, седьмого. Да? Это все его личники, это его знакомые. Друг другу они экономически выгодно становятся, и они работают действительно вместе. Вот это команда. И вот это тоже получается команда. Но между собой они навсегда останутся параллельщиками. Навсегда. Они никогда не перемешаются. Они могут работать в офисе, говорить, что мы работаем командой, но по факту экономически они друг другу никак не выгодны. То есть тоже команды строятся все-таки разные. Почему я пришла к выводу, что в матрице единственный маркетинг – это матрица, где действительно можно создать команду. Каким образом? А давайте посмотрим вот на такую картину. Когда, допустим, первый человек, вот этот, приглашает к себе, также возьмем вот 7 человек, да? Второго, третьего, четвертого. Что такое матрица? Пятое, шестого и седьмого. Матрица – это закрытая площадка, на которой может быть 15 мест, 7 мест и 3 места. Да? То есть бывают 15-местные, 7-местные и 3-местные матрицы. Так вот, последний проект, последняя компания, в которой я работала, там были 7-местные матрицы. Так вот, представьте себе, первый человек поставил всех своих людей, допустим, он один пригласил 6 человек. Один. Это все его друзья. Да? Так вот, второму человеку выгодно работать с четвертым и с пятым. Они могут вместе дальше строить сеть, да? Третьему человеку выгоден шестой и седьмой. Они могут вместе работать. Когда заполняется следующий ряд, то люди вылетают у нас в следующий уровень. Да, так говорим мы, в следующую матрицу, в следующий уровень. То есть вот здесь место отрабатывает. Допустим, это мы возьмем 7-местную матрицу. Здесь 6 человек нужно пригласить. Первый отработал место, и он полетел во второй уровень. Это у нас второй уровень или вторая матрица. Да? Так вот, третий может закрыться раньше второго, потому что он начал быстрее работать. Он встал вот сюда. Сюда человек уже поставил или прилетел, допустим, седьмой. Ой, там какой? Пятый быстрее закрыл свою матрицу. Да, вот так вот сделал.
закрыл свою матрицу и прилетел вот сюда, пятый. Потом уже может закрыть и второй, то есть вот сюда ставит места и закрывает второй, и встает вот сюда. То есть смотрите, получается вот такая картина. Сюда встал третий, под него встал пятый, хотя в первом уровне они были параллельщиками. И сюда же под него встал второй, хотя в первом уровне они тоже были параллельщиками. То есть здесь при перелете в другой уровень люди могут размещаться друг под другом, и никто не знает в перспективе, кто под кем окажется. Именно поэтому именно в матрицах работают командой, сплоченно, потому что действия одного человека иногда дают бешеные выплаты другим, и ему же, и другим же, да? То есть один сработал, второй, третий, четвертый, и тогда получают многие. Именно в матрице мы можем создать команду, и она здесь создается, где у нас есть прям шкурная заинтересованность друг в друге. Мы экономически выгодны друг другу. Именно поэтому в матрице создаются очень хорошие команды. Крепкие, надежные, где выстроены отношения. Я вам скажу с уверенностью, у нас в команде выстроены отношения, те, кто к нам попадают, они видят эти отношения. Ну, а теперь давайте разберемся, куда же мы с вами сейчас пойдем, да? Ой, что-то плохо стирает. Так, куда же мы с вами идем? Я вам показала, что бывают 15-местные матрицы, 7-местные и 3-местные. Так вот, в последнем компании я работала, и мы с командой работали в 7-местной матрице, где нужно было пригласить 6 человек. Только после этого ты перелетаешь во второй уровень, в третий, четвертый, пятый и так далее. Да? Можно перелетать до 17-го. Вопрос, сколько нужно человек пригласить, чтобы дойти до 17 уровня, да, посчитайте. Так вот, Марина Черкасова – это человек, за которым я наблюдала 2,5 года. Она пришла в компанию, в которой я работала, примерно вместе со мной, но у нее очень был быстрый старт, очень была такая быстрая движуха в команде, поэтому она за 2,5 года заработала более 30 миллионов рублей. То есть матрица – это очень высокодоходный бизнес, где деньги идут постоянно, постоянно идут деньги. Да? То есть когда ты работаешь, ты видишь результат своей работы, от этого тебе хочется работать еще больше. Вот. А когда ты работаешь, и ты не видишь этого результата, естественно, и работать не хочется. Да? Вот. Поэтому я за ней наблюдала, я училась на ее школах, я училась на ее презентациях, я очень хотела с ней работать, потому что мне очень был симпатичен этот человек. Но вы знаете, Вселенная меня, наверное, услышала, и тут, когда я только узнала информацию, что Марина создает свою компанию, я быстро набрала телефон ближайшего друга ее семьи и ее самой, это Олег Старцев, мы с ним познакомились в Новосибирске, когда были на события, вот, и он мне все рассказал, показал, бросил маркетинг, посмотри, Наташа, я говорю, я посмотрела, я не могла, ребят, 2 дня спать, правда, 2 дня, ой, 2 ночи я не могла спать, и до сих пор сплю с переменным успехом, потому что я уже предвижу, я вижу, какое там будет бешеное движение, и я вижу, какие будут выплаты. Давайте разберемся в матрице. Что же такое вообще матрица, да, и почему называют матрицу перераспределением денег, да? Туда, куда мы с вами идем, компания называется Манекенеко. Это такая фарфоровая статуэтка японская, да, ручкой одной машет, лапкой, вернее, либо другой, либо двумя. То есть это символ богатства, символ успеха, денег, денежная такая игрушка. Вот, поэтому все у нас здесь символично. Так вот, там по маркетингу есть донорский блок, да, и есть бизнес-блок, basic.
Вот, в донорском блоке, то есть заход там будет с 10 долларов. 10 долларов. Вот вы приглашаете одного человека на 10 долларов, второго человека на 10 долларов. Да? То есть вы пригласили одного, второго, вернее, вы встали и еще двоих пригласили. В сумме здесь получилось всего 20 долларов. Вот как раз здесь у нас будут коротенькие, маленькие трехместные матрицы, которые быстро закрываются. Именно поэтому будет бешеное движение. Здесь сформировалось 20 долларов. Это у нас первый уровень. И мы перелетаем с вами. Вот это место отработало. И оно собрало деньги, да, то есть вот это место, оно создано для того, называется донорский, для того, чтобы это место собрало побольше, ну, денег, да, и перелетело во вторую. То есть оно отработало и за 20 долларов перелетает во второй уровень. Что происходит дальше? Дальше вот этот человек приглашает за 10 долларов. Вот этот человек приглашает за 10 долларов. Так, фломастер у меня уже что-то не пишет. Давайте другой возьмем. У этого закрылась маленькая его матричка. Место отработало. Он собрал в сумме 20 долларов и перелетает во второй уровень. 20 долларов он собрал, да? И перелетает во второй уровень. По маркетингу тому, который создала, Марина. Как только здесь сюда прилетает человек, здесь 20 долларов, видите, сразу идет один оплаченный клон в первый уровень. То есть вот от этого человека идет один оплаченный клон. То есть это такое же место, вот сюда, клон, только называется как бы клон. Но это уже начинаются элементы масштабирования. То есть каждый клон – это полноценное место, которое будет приносить все те же фишки, плюшки, доходы и реферальные, которые приносить вам будут основное ваше место. Дальше мы приглашаем с вами, не посчитали, да, давайте посчитаем. Вот это у нас первый, второй, третий, четвертый, да, человек. Приглашаем пятого. Вот это место у нас закрывается, оно отработало и перелетает вот сюда за 20 долларов, да, то есть здесь тоже собралось 20 долларов. Каждое место здесь стоит 10. Здесь у нас собралось в сумме 40 долларов. Это место отработало, вот эта маленькая коротенькая матрица закрылась, и мы перелетаем быстро в третий уровень, где уже будет 40 долларов. Понимаете? То есть Наталья, вот, 30 долларов. да? А, 10-то 30. ушло, Да, наверное. 10 ушло, 30, да, все правильно. Людмила, спасибо. 30 долларов, все верно. Там по маркетингу 30 идет. Да, здесь у нас 10 ушло, минус 10, вот сюда наклона. Да, у нас здесь осталось 10. 10 плюс 20, 30 получилось. Вот они 30. Что происходит дальше? Дальше, если каждый человек пригласит по 2, ну, как бы, раз у нас бинар, да, то по факту каждый человек приглашает по 2. Это нормально. Я думаю, не составит большого труда каждому человеку пригласить двух людей. Но если человек занимается сетевым бизнесом серьезно, то, естественно, он на двух людях не останавливается, он приглашает больше в разы, да, вот, для того, чтобы и реферальные потом выплаты получать еще с этих людей, и помогать им, и реферальные получать, да, и чтобы люди тоже зарабатывали. Так вот, вот этот человек тоже приглашает двоих. Он точно так же отрабатывает место, перелетает сюда. Вот этот приглашает двоих. Здесь все по 10 долларов, здесь по 20. Как только вот сюда место прилетело, вот от этого летит клон. Да, куда? Вот сюда летит клон. Вот это место отрабатывает и перемещается в третий уровень за 30 долларов. И так далее, да, и потом по маркетингу мы смотрим, когда у нас уже будет с вами за 60, то есть следующий уровень за 60 долларов, то там будет распределение следующее. Как только вот сюда также за 60 долларов прилетит, вот так переместится сюда человек,
Видите, матрицы очень короткие, да, и саккумулировать большую сумму здесь не получается. Поэтому первая, вторая, третья и четвертая, они как бы накапливают необходимую сумму денег для того, чтобы можно было выплаты делать, да. И вот как только сюда приходит за $60 человек, значит, сразу у него $30 на вывод. Вывод $30. Да, то есть половина у нас ушла на вывод, и 30 у нас здесь остается. Опять сюда 60 приходит, 30 и 60, 90. Следующий уровень будет уже 90. Он тоже будет как бы накопительный такой. То есть вы видите, то есть все просчитывается. Здесь $30 и 60, образовалось 90, следующий уровень перешло у нас 90. И точно так же, 90, он у нас накопительный, он у нас накопительный, здесь 90 и здесь 90, и будет уже следующий за 180. Так вот, когда за 180 сюда прилетает человек, за 180, да, или место, или клон, или реальный человек, то есть здесь в системе они, собственно говоря, не делятся никак. Реальный человек это или нереальный человек. Главное, что место это закрыто. Происходит 60 на вывод, плюсом $60. Да? Дальше у нас идет один клон в B30. То есть вот сюда в первую матрицу идет у нас один клон. Вот сюда помогаем. Вот этим людям, которые у нас здесь находятся. Два клона в D30. А, один клон вот сюда у нас полетит, а сюда полетят два клона. Один и второй. Помогаем этим людям закрыться, помогаем этим людям закрыться, да? Я еще маркетинг плохо знаю. И один клон уже идет в D100. То есть один клон улетает уже совсем в другой донорский блок за $100. То есть, смотрите, считаем 180, 180, прям пропишем, 180, отнимаем. Один клон улетел в D30, за 30, минус 30. Два клона улетело у нас за 10, минус 20, да, два клона. Один клон за 100 улетел уже в следующий блок. За 35. А, там с 35, прошу прощения, все правильно. Ага, не посмотрела, за 35. Людмила, ты так хорошо знаешь маркетинг уже, да? Я его просто просчитываю уже. А, я тоже просчитываю, что-то забыла. Да, минус не 100, значит, у нас, а минус 35 здесь. Да, просто я хочу показать вам, как здесь считаются деньги. Минус 35. Дальше, 35 минус, это ревка, реферальная выплата, то есть это будет выплата вашему наставнику, тому человеку, который вас пригласил, 35. И считаем, что у нас остается здесь, 180 минус 30, 150, 150 минус 20, 130, и 130 минус 70, да, 35 и 35 минус 70, это 60. Правильно я посчитала? Или неправильно? А, ну и 60, да. То есть остается 60, а вы же 60 уже на вывод поставили, да? То есть и минус еще 60. То есть вам на вывод 60. То есть если мы от 180 вот эти все суммы отнимем, то у нас получается 0. То есть вот эти все деньги, которые сюда пришли, они распределились по различным уровням, дали вам дополнительные клоны, которые точно так же будут двигаться по системе, накапливать, аккумулировать деньги, и в дальнейшем вам будут давать точности такие же выплаты. Здесь 30, здесь 60 будут давать, и дальше. Чем дальше, тем больше. Как только вот сюда пришел еще один человек за 180, вам еще и на вывод 180. Все деньги вам пошли на вывод отсюда.
Все, но вы уже в следующем уровне за 35 в донорском стоите, да, потому что вот это место, оно нам позволило туда разместиться. То есть вот таким вот образом можно просчитать абсолютно любой уровень и любую матрицу. Есть четкое распределение средств между людьми. По факту мы с вами живем в государстве, где и идет распределение средств между людьми. Да? Человек ставит магазин, открывает магазин, бизнес свой открывает. Если к нему не будут приходить люди и не платить, и не отдавать ему деньги, то что ему распределять между продавцами, сотрудниками, работниками и так далее? Нечего распределять, правда? То есть деньги идут от людей в магазин, магазин распределяет уже сотрудникам, работникам. То есть у нас жизнь так построена, по-другому не бывает. Просто здесь вот эта вот прослойка, она убрана, и мы просто распределяем и своей работой, какой работой. То есть в компании будет рекламная площадка, на которой можно, мы будем покупать места. Ой, места, показы. Мы будем покупать показы, да. Вот как это будет еще технически все сделано, я не знаю. Завтра у нас будут выступать основатели, Марина Черкасова. Я так думаю, Марина Нетесова будет, и еще там третий мужчина, к сожалению, не помню, как его зовут. Вот, но они так, я думаю, завтра будут нам выступать и все расскажут, покажут и объяснят. Вот, поэтому сейчас вот та информация, которая нам доступна, мы ей можем оперировать. Вот, чем хороши еще такие матрицы? Да, кстати, по распределению средств, вот, есть вопросы? Может быть, кто-то еще не понял, как они распределяются? Нет вопросов, да? Всем понятно, как распределяются средства. Отлично. Чем хороши вот такие вот компании, Наташа, где... Можно спросить, Наташа, можно спросить? Да, конечно. А есть напечатанные, вот так, как у нас были красивые такие маркетинги-то, здесь есть такой напечатанный? Есть. Есть. Сбросишь тогда? Так он в чате есть уже. Я думала, ты у меня спрашиваешь, что у меня есть или нет. У меня-то есть. В чате есть? В чате? Да, в чате есть. Так, вот смотрите. Чем хороши такие маркетинги? Давайте с вами посмотрим. Наташа, можно сбросить вот эту картинку в чат? Я ее в чате не видела. Да? Ну, хорошо, сброшу. Есть в чате, я уже ее распечатала, сохранила. Полистайте вверх, там все это есть. Да, я ж помню, что я вроде что-то это скидывала. Так вот, о чем я и говорила. Вот D30 – это донорский блок, да? D100 – тоже донорский блок. С маленьким заходом, и D100-500 тоже маленький донорский блок с небольшими заходами. То есть это специально сделано для того, чтобы человек мог начать с небольших сумм, но затрачивая свое время, энергию, силы, знания, он мог начать с малого и прийти к большему. Да? То есть если мы пройдем с вами вот этот весь путь, по стратегии, когда вы идете одним местом, вот мы просчитывали, знаете как, если встать на первую, вторую, третью, четвертую, вот сюда, только одним местом, то вам нужно 7 человек для того, чтобы заработать 270. То есть мы вложили 120, 7 человек пригласили на 120, у нас на выходе 27. Ой, $270. Поэтому, смотрите, вот здесь можно использовать разные стратегии. Но стратегию, которую предлагает Марина, она по этой стратегии зашла в прежнюю компанию, и при тотальной дубликации
при тотальной дубликации, да, когда все партнеры дублицируют ее и делают точно так же. Вот именно вот это позволило ей заработать более 30 миллионов. То есть когда все друг друга повторяют. А стратегия была одна. Она одна заходила и плюс технический аккаунт. Допустим, я и я один. И тогда идет очень быстрое движение. Я и я один. Вот одно место, и я же сама под собой. Поскольку в матрице всего два человека, очень быстро идет заполнение, очень быстро идет движение. По такой стратегии я не считала, но я просчитывала, знаете, какую стратегию? Думала, интересно, наверное, так будет. Вот если зайти сюда, первая, вторая, третья, четвертая, нужно 7 человек, чтобы получить 270. То есть мы вложили 120, видно? 120. Мы вложили $120, на выходе получаем 270, из них мы возвращаем себе 120, которые мы вложили, да, минус 120, у нас остается $150. Можно прокупить, допустим, по стратегии вот этот уровень. То есть здесь вы уже стоите, да, вот этот уровень вы прокупаете. То есть вам $50 на вывод. То есть вы со 120 возвращаете себе вложенные и еще плюс 50 у вас плюсом получается, да. 100 вкладываем вот сюда, приглашаем дальше. Если все по такой стратегии идут, то нужно, я просчитала, 20 человек. Но это по одному месту, по одному. А если вставать 1 плюс 1, то нужно 10 человек, чтобы дойти до 800. Да, здесь мы до 800 доходим, получаем 800, 300 забираем себе, и вот здесь прокупаем 500. Вот здесь прокупаем 500, опять, вот эти же люди, которые здесь прошли, они точно так же делают, дублицируют, также здесь прокупают, и на выходе у нас 5000. Прикиньте, как это здорово и как это быстро. Только вы здесь получаете, и вы уже стоите в автопрограмме. Очень быстрое движение, очень. И здесь я еще не учитывала, то есть 20 человек, это без учета клонов, которые будут лететь вот с хаоса и с авто. Я их не учитывала, а они будут лететь. Они так или иначе будут лететь, потому что выше меня стоит Олег Старцев, да, там будет Марина Черкасова в системе тоже стоять, и от них тоже, от них будут лететь клоны. Но куда они будут размещаться, мы же не можем сейчас предугадать. Да, мы можем говорить только о закрытых местах. Так вот, я вам говорю, 20 не человек, а 20 закрытых мест. А человек может быть меньше. Это может быть 10 человек, либо 7. Потому что здесь у нас ушло 7 человек. Поэтому говорю, имея в арсенале 7 человек, которые будут дублицировать вас, вы быстренько доходите до $5000, начиная со 120. Как вам такая стратегия? Ну, конечно, мы еще будем с вами разбирать и другие стратегии. Будем просчитывать, просматривать. Вот, но я смотрела пока такое. Может быть, кто-то уже просчитывал какую-нибудь стратегию? Можете, хотите поделиться? Потому что в любом случае мы с вами будем рассматривать ту сумму, которая вам будет удобна для захода. Я пока дошла до 35 только. Вторую. D30. Ой, D100. Только первую, да, просчитали? Нет, вторую просчитываю. Первую просчитала, вторую просчитываю. Угу. Больше никто не считал? Да.
Так, никто не считал. Ну хорошо, мы будем с вами прям просчитывать. Следующий у нас будет в четверг. Мы, как всегда, встречаемся в 15:00, вторник и четверг. 2 дня у нас. Вторник и четверг в 15:00. Вот. И в следующий четверг давайте просчитаем. Ну, знакомиться нам уже не надо будет, да? Вы меня уже будете все знать. Давайте мы с вами просчитаем какую-нибудь одну-две стратегии на небольшие входы. Вот, вы, возможно, дома что-то просчитаете. Я еще сейчас просчитаю, найду какую-нибудь выгодную стратегию, да. Вот, и будем рассматривать. Я покажу, как вообще считаются стратегии, как это все высчитывается, чтобы вы тоже знали. Так, сейчас есть ко мне вопросы? Вопросов нет. Я когда смотрела презентации, то Олег Старцев говорил, что они рассматривали со своей командой стратегию на 490. Угу. Ты не знаешь, что за стратегия? И знаю. Что... Лидеры все будут заходить на 490. Я себе еще магнитную доску такую не сделала, просто распечатала. Вот, ну, придется, это вопрос времени, сделаю обязательно. То есть, смотрите, у нас идет D30, заход $10, да? Так, D135 и D100-500. Заход, что там, 200, да, по-моему? Да, 200. Заход 200. То есть лидеры сейчас будут заходить по стратегии на $490. То есть 1 плюс 1. Вот это я 1. Это я 1. Технический аккаунт, это я 1. То есть считаем, здесь 200, 200, 400. 35 и 35, 70, 470 и плюс 20, 490. Вот по такой стратегии будут заходить. Вот, нам с вами тоже можно будет решить. Мы можем взять с вами стратегию D30, зайти, допустим, на первую, вторую, если много кому-то, да, тогда получится у нас вторая 20, и здесь... Я 1, да, здесь 10, и здесь 20, 20, 40, 60. $60. Получается, $60, допустим, вы сюда вкладываете, да, и отсюда уже летит клон ваш под вас снова, вот сюда, клон уже ваш. Ваше место отрабатывает, прилетает вот сюда к вам, я, и это место уже отрабатывает, и вы уже оказываетесь за 30. Все, вы уже в блоке Basic. Понимаете? Вроде и немного, да, но быстро вы закрываете. А, вы сами себя, в принципе, закрываете. Вы никого не пригласили еще абсолютно. Вы просто встали сами по стратегии на D30, первая и вторая. Я. Отсюда полетели клоны, опять здесь я, и опять сюда, здесь я, и сюда. То есть, по факту, у вас получился золотой треугольник при минимальных вложениях. Можно вот такую стратегию рассмотреть. Тоже, думаю, очень будет выгодная. Можно по такой стратегии здесь прошли до конца, здесь точно так же, да, сделать по 35 и 70. Здесь 70 и здесь 70. То есть 140, здесь 35, у нас 70, 210 получается. То есть вы здесь получаете на выходе $280, да? Можно вложить их вот сюда, 210, 70 забираете себе, то есть то, что вы здесь вложили, 60, 70 забираете, плюсом 10 еще долларов. Сюда вкладываемся по стратегии первое, 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 я, да? Опять отсюда от вас летит клон, вот сюда, за 35. Ваше место отрабатывает, прилетает под вас же, я,
это место отрабатывает, и вы уже за 100. Вы уже в бейсике за 100 стоите. Поэтому здесь стратегии можно великое множество сделать, различных стратегий. Вот. Ну, посмотрим, как вот эта стратегия, то есть посмотрим, сколько нам нужно человек, да. Потом точно так же можно сделать D100-500. Здесь на выходе у вас получается $800. А чтобы сюда зайти, 200-200, и следующее у нас 400-400. 400 и 400. Это что, 800? 800, 1200. 1200, да? Ну, чуть-чуть больше получается, чем то, что на выходе. Вот. Ну, либо можем рассмотреть просто первую вот эту, если будет дорого, да? То есть часть денег все равно оставляем у себя, заходим сюда половиной, допустим, 400, я. И по этой стратегии дальше пошли. Поэтому вариантов много, все в наших руках. Как мы с вами решим, так мы и будем заходить. Марина никого никуда не обязует вкладывать бешеные деньги, она категорически запретила. Она запретила брать кредиты, микрозаймы и все остальное прочее. Заходить с той суммы, которая комфортна. Которая комфортна. Вот, поэтому будем с вами искать такую стратегию, ту сумму, которая нам будет комфортна. Хорошо? Я тоже категорически против любых кредитов, займов и микрозаймов. В прошлой компании 2,5 года назад я свой бизнес начинала с 950 рублей. С 950 рублей я больше не вкладывала ни во что. Вот. И, в принципе, пришла к доходу 150-300, начав с 950 рублей. Но я вложила свои знания, свои умения, время, силы, да, кроме денег, все, кроме денег вложила. И получила на результате по факту вот такой доход. Поэтому в матрицах это возможно. Самое приятное, что нет у нас здесь ежемесячных закупок, цифровой продукт, да, он не требует доставки, упаковки, логистики и так далее. Вот, поэтому с таким продуктом работать комфортно. Не нужно никого уговаривать, что нужно купить повторно, мотивировать, промоушены выставлять и так далее. Хотя все равно компания будет проводить какие-то акции, промоушены и так далее. Но я так думаю, они будут сопряжены с какими-то выплатами, с какими-то приятными бонусами, а не с закупками. Либо со своей работой. То есть поработай. Да, пригласи вот столько человек, получишь вот такую сумму плюсом к тому, что тебе положено по маркетингу. Вот, поэтому такие бонусы, возможно, будут. Так, вопросы? Друзья, не стесняемся, помним, что самый глупый вопрос – это не заданный вопрос. Всегда задаем вопросы, включаем микрофоны, учимся говорить. Что-то непонятно – спрашивайте. Мы все когда-то были новичками, все когда-то приходили, что-то не понимали, недопонимали. Лучше 2, 3, 4 раза объяснить, показать, чем человек уйдет и так и не поймет, а вообще, о чем он приходил, да, о чем мне тут говорили. Вот поэтому, если непонятно, не стесняемся, включаем микрофон и спрашиваем. Так, ну раз вопросов нету, тогда встречаемся через час на Zoom. Я ссылку скину за 10 минут, и там уже мы будем с Олегом Старцевым давать снова презентацию. Все, всем пока, хорошего вечера. До связи. Спасибо.